Что касается экспорта, смотрите, вам нужно просто внимательно сделать экспорт, вне зависимости от того, что у вас нарисовано. Ну, в нашем рабочем файле это футболка, в моем случае просто какой-то набор элементов. Файл, экспорт, экспортировать как? У вас это все в уроке есть, вы можете посмотреть. Вы выбираете куда? Ну, скажем, там на рабочий стол, да? Я выбираю формат. Можете дать то имя файла, которое нужно. Давайте напишем экспорт. Экспорт. PNG. Выбираю PNG. Здесь у нас с вами использовать, не использовать монтажные области. Да? Нажимаете экспорт. После этого у вас возникает дополнительная настроечка. На нее смотрите. Разрешение какое? Среднее, максимальное или минимальное. Оптимизация это не трогайте, как есть. И вот он у вас цвет фона. Нужно выбрать прозрачный. И видите, у вас покажет вот такими шашечками то, что является прозрачным. Окей. Программа у вас его экспортировала. Вот он получился. И видите, снова цвет серый, а здесь получилось по форме, вот она сделана. То есть нету фона. Вам это нужно сделать. Пожалуйста, попробуйте еще раз.